посольство до часа мог. Нам паспорт. Посольство я понял. Нет, это вот та улица, на которую я собираюсь ехать. Она через... не только через центр. Она еще по дороге в Иерусалим. Есть вторая какая-то объездная туда дорога, но я по той дороге обратно умею возвращаться. Просто прямо еду и все, знаю, что я где-то в городе выйду. А из города откуда на нее заезжать, я не помню, каким переулком. Название города, телефон. Ты без толку, я же не знаю, что это называется. Ни название мест, ни название улиц, ничего не знаю. Этот джип хорошо проезжает тоже по ухабам и по всему, но он сам по себе дорогой, а если брать 2006 года, то очень дорого в ремонте, ломается, сильно ломается. Плюс у того хевронского джипа какой, да, он даже в поломанном состоянии до Рамалы доедет, он трахтить будет, когда ехать, починить его можно. На севере их нет. В Женине могут быть. Больше нигде, потому что из-за Тубаса. Потому что Тубас — это как Ерехон. Да где он? Я думаю. Я слышала, то, что ты про это, про машину говоришь. Я просто думаю, то, что ну хрен старое все это покупать. А по... старое. Посмотри, там этот, какой кафешка. Да? И труба какая для печки. Сзади на двери труба для печки. А, как в доме. Я ее не вижу, думаю, где кафешка, тут пока не поднялась. Мэру заметил? Хорошая машина. Ходит четырехдверно. Тепло включил? Нет, я включил только вентилятор, просто мотор горячий из-за пробки задой. И он оттуда выдувает. Остужаю мотор. А это как тот джип, только проще модель. Не такой навороченный. Но тоже, если брать 2006 года, это чтобы цена была в районе 90. Это металлолом. Понимаешь, тот 99-го не металлолом. В чем разница? То, что эти навороченные слишком, и все эти навороты отваливаются.
чтобы воздух включил, не чтобы циркулировал, который в машине, а с улицы брался холодный, чтобы охладить ее. И все равно тепло, да? Вот. Мотор очень горячий. Сколько там градусов? 88 градусов. Блин, елка ничего после этого грязного дождя. Зеленая, не коричневая. Не, ну когда рандо было? Наверное, тогда и поставили. Одну игрушку перевернула, смотря. Вытер. А не с подсветками, видать. Ну, кроме гирлянды. Здесь большие игрушки. Здесь тоже гирлянда, да? Или в другом месте? Не знаю, я думаю, что их несколько. Здесь еще есть где-то один круг. Я не думаю, что здесь, на этом, на площади, наверное. У муниципалитета с другой стороны должна быть еще одна елка. И вот эта рождественская сцена должна стоять. Здесь где-то еще есть один круг, на нем будет. Это электрическая БМВ. Помнишь, я что-то присылал, там эта женщина какую-то машину, да, нравится ей, что-то ну, красивое такое, вот. Муж посмотрел, ничего говорит, но это не дизельный внедорожник. Дизельный внедорожник, это вот эти вот раздолбайки. Их все любят почему-то, да. Я думаю, то, что они в ремонте неприхотливые, там видно, что сломалось просто, понятно. Если не едет, то это сломалось. Если то вот это сломалось, и все там. Несколько деталей, это и все было. Нет мудреных систем. Если отвалилось что-то в окошке, у тебя мотор перестает ехать, как Peugeot. Мало электроники. А нам надо туда. Подожди, такси. Такси, я же значок поставил. Вон, видишь, вот такси красивое едет. Вот такую машину он хочет. Она красивая, но она громадная, она длинная, и она 4x4, как джип, все 4 колеса активные. А в этих маленьких машинах только передние, они тянут машину. А BMW и Mercedes, ну, которые побогаче машины, у них задние активные колеса. Где она? Дай бог не сюда, дай бог не сюда, дай бог не сюда. Дорогу дать. Где-то здесь будет въезд вправо в больницу. Все, уехала в больницу. Отлично. Ой, какая яма. Нехорошая. Слепят на сон, допускают на путь лицо, привлекают на сон, ловят
счастье, только смог отшить без слов. Что такое перебыло, и загорит сон на лапе. Лишь облаков дыха, наш день спаха, ночи для их любви бывает. Так и считать, нас твой бывает, когда ты спишь, ты QR-код. В чем смысл, что он так, видишь, там без записи ничего, над телефоном навести, и у тебя что-то откроется. В интернет куда-то тебя отправит, покажет, что за реклама, чего. Вот такая вот хитрая реклама. Первый раз вижу такое. Не-не-не, это не который для прививки. Это просто QR-код, он до прививок был. Информационная метка. Вот эти хорошие джипы тоже, вот Toyota поехал. Но он очень дорого стоит. Вот они, вот эти Toyota, видишь, какие? Симпатичные. Очень симпатичные. Ну, старый даже, он стоит дорого, очень дорого стоит. Он комфортный очень в езде. А в плане управления, вон та раздолбайка лучше. Нет, не так удобно управляется. Глянь, тут магазин с каминами еще работает. Вот здесь он должен быть. Посмотри, приглядись. Слева, крайний. Напомню, они Мерседесы продавали. Работает. Мерседесы закрыли, камин оставили. Там есть вот такие, которые в центре комнаты ставятся. Причем разные. Есть только чугунные. Есть стеклянные. Есть на две стороны. Есть на четыре стороны открытые. Офигенно. Раньше приезжал, здесь была машина Peugeot симпатичная, которая с умным там стеклом, очень нравилась. А сейчас это, малышка, дедушка. Вот нам сюда. Быстро приехали, да. Не есть местечко, там магазины пустые, всегда туда паркуюсь. Туда можно было ехать тоже. Ну давай, мужик. Здесь закрытые магазины. Всегда в них паркуюсь, когда на экзамен приезжаю. Нет, не говори, что выхода нет. Ты знай, я верю в новый рассвет.
где с тобой. Мое сердце сильнее. Смотри.